моя родная. Где все ты эти года была? Я жду тебя, моя родная. Да. Осень. Это осень. Всем привет, короче. Привет старым и новым подписчикам. Тут закрыто. Кто здесь был раньше? Ну, не здесь. В общем. А именно крепость Даугавпилс, то для вас это, ну, место не новое. Там дальше красивее, здесь пока что все заброшено. Я гуляю в крепости. Это будет свеженькое видео за октябрь. Вот. Погода супер. Иногда птички летают. Я обычно всегда так говорю, когда прогулка в Даугавпилсе. Вот. В этом месте, вот в этом месте, снимали кино. Напишите в комментариях, какой фильм в этом месте вот снимали. Кусочек фильма. Кто напишет это в комментариях или мне в личку напишет, в директ, тот будет просто большой молодец. Настроение хорошее. Вот об этом я вам в этом ролике рассказываю. Блин, мысль потерял. Лично какая-то мысль. Вот такие вот места обычно, я так думаю, ну просто у меня мысль летает, обычно людей привлекает. Бетон. Ржавый металл. Мне обычно, ну, такого, такая нищета, какая-то разруха, историчность людей обычно привлекает. Так, очень дальше. В этом месте я ни разу не был. Как вы думаете, что вот может, могло быть за этой вот стенкой? Вот, как видите, металлические механизмы, ржавые уже. Я плохо знаю наизусть историю крепости, поэтому меня сильно не ругайте, не критикуйте. Вот. Пошли дальше? Или пошлите дальше? Кто помнит, здесь я раньше кино свое снимал. Ну, любительское кино, любительская съемка. Мне тогда один подписчик помогал с машиной. Я надеюсь, он посмотрит этот ролик. Если он, ну, будет смотреть мои видео. У меня же есть постоянные зрители в Инстаграме. В общем, покажи им полностью вот это вот место. Оттуда до туда. Так что вспоминайте это место. Тогда этот фильм я назвал «Осколки прошлого». Там еще играл негатив. Так что, кто помнит, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Бистами абдрав дзивибу, якая уклют он отрестес айзлекс. Я гуляю, я продолжаю дальше гулять. Погода супер. Этот блог для тех, кто хочет посмотреть что-то свеженькое за октябрь, чтобы было хоть какое-то видео, я решил, почему бы не снять крепости. Посмотри вот на ту трубу, классная эта труба. Мне нравится это место.
почему эта дверь, интересно? Неудобно. Побежали за мной, ну немножко пробегу. Так, это я снимаю для тех, кто хочет подлиннее ролик посмотреть. Кому уже надоест, можете выключать. Это для тех, кто хочет на меня посмотреть свежего, вдохновленного, свежего. Иногда, вот знаете, вдохновения нету ролики снимать, потому что просмотров нету, никто не комментирует ничего. Спроса нет, и какое-то время ты в каком-то прям в тупике. И вот эти мысли пришли, я могу сказать, думаю, в этом блоге, что хочется реально вот больших перемен. Ты смотришь на это здание, и хотят они перемены или хотят, чтобы их разнесли. Хотя это опять же просто история. Конечно, как крепость требует реставрации, ремонта, и чтобы это место стало в первую очередь для туристов, вот, и стал бы каким-нибудь музеем. Больше пока мысли нету, тогда в голову ничего не приходит, ничего умного, и не вызывает никакой такой прям радости. Дойдем, пока батарейка не села. Пошли туда пройдемся. Обычно, когда вы маленькие, вам такие места интересны, особенно заброшенные, какие-нибудь, не знаю, катапульты. Мне лично нравится. Пошли сюда. Не забывай, что мы просто гуляем в крепости. Ничего незаконного не делаем. Я перезвоню. Я в крепости, блин. Пошли, мужик. Ё-моё. Напишите в комментариях, как вы думаете, что здесь могло быть. Только ты не подсказывай это. Я просто сам не знаю. Могу быть. Вот не то, что в крепость, а вообще в то помещение. Может быть, это у вас вдохновение.
пиздец, блядь. Батарейка не садится? Нет, еще не рано. Давно не было у меня таких роликов, вот именно, чтобы я что-то такое снимал, что-то развалюху какую-то показывал. Ты когда вот сюда будешь залезать, только аккуратно, да? Ну вот так вот, как я, видишь? И поэтому я сюда не хочу ходить. А, ну окей. Лучше я тут поснимаю. Ну да, да. Тогда передай камеру. Передай камеру. Я хочу вроде на этом месте закончить видеоролик, блог. Я гуляю. Так, я, в общем, вот отсюда уже на третьем этаже. О, я уже наверху, я думаю, уже это не так интересно. Таких роликов может быть много. В общем, так, ну, буду потихоньку отсюда уходить. Вот. Думаю, достаточно материала снял. На этом, в общем, я блог хочу закончить. Всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, дизлайки, комментировал. Ну, в общем, ждите следующий видос у меня на основном канале. Я не знаю, когда он будет и о чем он будет, но я стараюсь снимать сейчас и потом, и в будущем на разные темы. Вот и так далее. Всем пока!